День же раз. Я хочу уйти. Да-да, Аллочка. Конечно, иди. Я хочу совсем уйти. Совсем? Куда? Зачем? Мне кажется, я схожу с ума. Постоянно слышу голоса папы и Амира. Этот дом был такой счастливый. Я слышу постоянно смех. Я слышу их смех. Когда Амир родился, врачи стали говорить, что он не жилец. Что он не пойдет в школу. Пошел. Что он не закончит школу. Закончил. Что не успеет доучиться в институте. Успел. Для чего? Тетя Хать, я, наверное, чтобы встретить тебя. Чтобы оставить у тебя под сердцем своего ребенка. Твой отец смог привести тебя сюда, сохранить. А ты хочешь уйти? Я больше так не могу. Мне больно. К Балжун хочешь уйти? Понимаю. Вы стали очень близкими, как мать и дочь. А мы, а дядя Жарас, память об Амире. Хватит! Никто ее здесь не держит. Уходи. Жарас! Зәмірді тоқтата алмадық. Алланы не үшін тоқтатамыз деп ойлайсың? Өзімші болмай үшін. Доброе утро, Балжан Тлековна. Рая? А кто у нас в ванной? Забыла сказать. Ночью сын приехал, ранен был на побывку. Раечка, поздравляю. Спасибо. Сынок, давай быстрее, хозяйке надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так рада за вас с мамой. Мне уходить надо, там вещи сейчас.
так неудобно получилось, извините. Да, все хорошо. Вы отдыхаете, чувствуете себя как дома. Мне бежать. Спасибо, Балжан Тлековна. Ее ключи. На второй полке в шкафу ложки серебряные. В самоваре облигации. С правой стороны там деньги. Ого. Знал бы, в прошлый раз взял. Я все посмотрела. Ценного немного, но красоты полно. Чашки китайские серебряные. Упаковать надо, чтобы не помялись. Пойду переоденусь. Как отец Пашка? Сам ходить может? Ходит потихоньку. Но шатает его сильно. А зрение? Зрение восстанавливается. Ну, иногда пропадает. Пашка, что скажу тебе? В хороших детективах главный преступник тот, на которого никогда не подумаешь. Дядя Василий, не читай детективы. Легко живешь, Пашка. Легко живешь. Вот. Неси осторожно. Да, меня проинструктировали. Настоящая корона. Тяжеленькая. А ты что, один понесешь? Нет, мне машину дали. А, ну хорошо. Дядя Рас, мне Амир говорил, что долго не будет торчать на аэродроме. Что, в автоматчике пойдет? Может, это ошибка это? Может, сбежал Амир? Ну, где-то сейчас стреляют по фашистам. Нет, Пашка. Бомба попала прямо в самолет. Убила и летчика, и механика. Ладно, понес я корону. Здравствуйте, Ханя. Аллочкины туфли в коридоре стоят. И вещи ее здесь. Она не ушла. Как не ушла? Она дома. Дверь ее в комнату закрыта. Паш, Паш. Понимаете, Балжан? Эту сцену вы должны провести легко, изящно, с хорошим весенним настроением, ну, как вы умеете. Хорошо, я поняла. Через полчаса должны привезти корону, а вы пока можете идти переодеваться. Вы знаете, я прям волнуюсь, как перед спектаклем. И это правильно. Хорошо, я пошла. Доброе утро. О, дружище, неужели удалось достать дорожку? Прямо из штаба утащил. Сказал для кинематографа. Ну, спасибо. Я думал, уж и не получится. Алла, открой!
Тетя, не дури! Отойдите! О, Кызым-Татар! Что ты наделала? Что, извини меня? Ты с ума сошла, не дури! Глупенькая, что ты наделала? Ты бы ушла быстро! А ребенок, как бы он умирал, ты подумала? Марьян? Да. А что это с Андреем Васильевичем? Да сама не знаю. То ли он мухоморами отравился, а то ли его отравили. Марьяна? Да, Андрей Васильевич. А ты не помнишь, когда и как вы познакомились с этим вашим, ну как его, капитаном Дорибаевым? Так он, а он нам вроде кровать принес. Нет, он сначала карточки наши нашел. А, да, вспомнила. Он, мы с Гайной заблудились, и он нам показал дорогу домой, а потом принес все украденное. А потом кровать достал. Угу. Вот эти стулья принес. Угу. Копирку для Бори раздобыл. Да. Втерся в доверие, одним словом, да? Но он очень милый и любит кино. Девочки, а вот вы как думаете, зачем ему режиссер Раевский понадобился, а? Вот ему, вору-форточнику, которого мой сын подстрелил. Андрей Васильевич, с вами все хорошо? Может, вам воды принести? Да нет, со мной все в порядке. Я, кажется, еще одну загадку решил. Марьяш, а ты случайно не знаешь, твой муж в своем фильме какую-нибудь очень дорогую, ценную вещь снимать не собирается? Ну, фильм исторический. Там много разных красивых вещей. Вот сегодня, например, настоящую корону будут снимать. Корону? Да, настоящую, красивую, с бриллиантами и рубинами. Точно. Есть. Есть. Марьяна, срочно в милицию надо отнести эту бумагу, иначе будет беда. Да хорошо, хорошо. Срочно. Ну, да, хорошо. Я пойду брать Райку. Прости нас, Кузов, прости. Мы не сразу поняли. Уйду, говоришь, уйду. Чуть не ушла, глупенькая. Это вы меня простите, пожалуйста. Нам нужно теперь вместе держаться. Нам еще ребенка Амира расти. А, лежи, лежи, лежи. Мне очень стыдно. Простите, пожалуйста. Характер у тебя, доченька, в отца. Петя ведь тоже совсем без кожи ходил.
37-м его чуть врагом народа не объявили. Я тогда приехал к вам на дачу в Полушкино. А он вот так же. На столе уже стоял. С петлей на шее. Правда? Я тогда его ударил. Говорю, у тебя жена с дочкой. Им как дальше жить? Простите меня, пожалуйста. Простите. А ничего, доченька. Вот. Вчера зарегистрировал нашу с Петей пьесу. 3 театра уже будут ставить. Правда? Да. Это же ваша пьеса, дядя Жас. Почему автором указан мой папа? Перестань. Это твое наследство. И, скорее всего, очень хорошие потиражные. А потиражные – это деньги на жизнь. У Пети других наследников-то нет. Так что ты являешься единственной владелицей авторских прав. Я не могу, дядя Жас. Это ваш труд. Это ваши потиражные, ваши деньги. Доченька, Петя был моим другом. Всю жизнь ходил без серебряников. Зато вот какое тебе наследство оставил. А вот это вот твои авторские права. Мало ли, что со мной и с Хадишой будет. А это вам с ребенком деньги какие-никакие. Смол. Вообще-то нельзя. Я знаю, знаю, не только ключи передать. Мұнда біреусізге келіп беремін деп тұр. Не қылған қызды? Бағжан Тілекова, это я, сын Рай. Извините, вы ключи дома забыли, а мы с мамой как раз собирались. А, заходите. Через порог нельзя. Раечка? Андрей Васильевич, наконец-то, как вы? Как вы себя чувствуете? Ну, пока еще не очень. Зрение вернулось вроде, а голова еще кружится. Может, вы приляжете? Вам чай сделать? Нет, чай не хочу, а вот прилечь прилягу. Как вы, Раечка, тут? Что в больнице творится? Хорошо, Андрей Васильевич, работаем. Двух новых врачей прислали, пока справляются. У Кадырбекова гангрена, готовим к ампутации. С 18-й палаты контуженный умер, а у Карелина до сих пор температура. Вот я вас слушаю, Раечка. А ваш голос как издалека, из леса. И все-таки, чем вы меня таким траванули-то, а, Рая? Что вы сказали? Я вас отравила? Да, не стесняйтесь. Ведь это же не первый раз, а? Фира Гейсина. Я вас не понимаю. Какая Фира? Фира Гейсина. Или агент Абвера Ф. Гейс. Ведь это ваше настоящее имя. Пожалуйста, не поднимайте шум, Бажан Тлековна. Я знала, что Рая не та, за кого себя выдает. Мать мою, не надо языком марать. Здесь полно людей. Вы не уйдете. Слушай сюда, Ансарова. Я сейчас спокойно выхожу отсюда, и ты рта не открываешь. Если хоть кто-то дернется,
Али Корчевской голову разнесут. Мразь! Не трогайте Аллу. Не смейте. А теперь, Балжан Тлеков, проводите меня до двери и вежливо попрощаемся. Где Алла? Близко. Город маленький, руки длинные. Живо. Да перепутали, наверное, девчонки. В театре вообще три Тамары. Одна завхоз, я. Да виолончелистка Тамара в оркестре сидит. Мам, ну в записке же написано. Тамара, звонили из больницы. Вашему мужу плохо. Так тебе, Тамара, тоже замужем. А твой батя дома сидит, не в больнице. Ну да. Надо потом Рай перезвонить и успокоить ее. Сейчас одену Балашу и потом пойду тем Тамарам скажу. Хорошо, Балжан Тлекова. Я скажу маме, а то она переживала. Спасибо, что занесли ключи. До свидания. Как бы я домой попала. Знаете, Раечка, то бишь Фирочка, когда вы ошиблись, а? Когда Махтаеву в левый глаз шмальнули и череп разнесли. Ключи от сейфа. А, так вы еще и морфинистка. Нет ключей. Дома. Ну, простите. Тварь. Ну что, Фирочка, ну бросьте, ну я и так слаб, как младенец. Ну что вы со мной делаете? Вы мне лучше скажите, мне просто интересно, как доктору, что за яд у вас такой дикий был, а? Ключи от сейфа. В больнице должны быть вторые ключи от сейфа. Неужели в самом деле мухоморы, а? Стоять, Фёдор Гейсина, вы задержаны. Я пропал. Пропал. Даже не представляете, чего мне стоило вывести эту корону в эвакуацию. Я всю ответственность возьму на себя. Я виноват. А где этот ваш чертов милиционер? Паша или как его там? Я же просил, чтобы охрана не отходила. Да Пашка, как узнал, ловить же побежал. Он пригрозил убить Аллу Корчевскую. Я не виню вас, Балжан. Я корону вывез, я и сяду. Вы-то сами как? Он вас не тронул? Да, все нормально. Да как он выглядел-то хоть? Одежда, приметы. Военные. Приятная внешность. Кажется, да, кажется, капитан. Вспомнила. Он хромал. Так это этот же. Ваш Марьянки с Гайне еще карточки украденные нашел. Дорибаев. Точно, Дорибаев. То-то я смотрю, что он все время трется у вас. Он в моем доме вчера ночевал. Рая сказала, что это ее сын. Рая? Балжан Тлековна, откройте дверь, пожалуйста. Это я, Алла. Вы? Тише. Балжан Тлековна? Тише. Что с Балжан Тлековной? С ней? А ей плохо, Алла. Ей очень плохо. Где она? Как вы вообще... Ты... А что вы здесь делаете? Может, хватит вопросы задавать, а? Ты у меня в голове как пуля сидишь. Все время о тебе думаю. Отпустите меня. Отпустите!
Ты у меня герой, Андрюша. Настоящий герой. Вон Марьянка с ГНЭ. Всю милицию на уши поставили. Пашка-то где? Так он гада этого ловит, Райкиного сына. Ой, не подвел бы, сынок. Вроде все ему вычислил всех. Все объяснил. Не переживай. Пашка справится. А Райка-то это твоя змея какая оказалась? И не говори. Неуловимый Эвгейс. Таинственный агент Абвера. Диверсия, убийство. Оказалось, полгода у меня под боком сидела. Сволочи. Сегодня уеду навсегда. Помоги. Руки убери! Сынок! Сынок, это я! Сынок, ты дома? Это я. За тобой пришли, сынок! Ты? Алла? Черт, ушел! Алла? Сен жаныма кел, сен жаныма.